Подучка черная или бромиус темный. Вид жуков-листоедов из подсемейства Эомальпин. Наиболее обычный представитель подсемейства в фауне России и единственный вид монотипического рода бромиус. Тело длиной 5-6 мм, покрытое редкими волосками, обычно полностью черное. Только первые 4 членика усиков красноватые. Изредка все остальное тело тоже красноватое. Личинка живет в почве, на корнях. S-образная, со слабыми ногами. Во взрослом состоянии длиной до 1 сантиметра. Широко распространенный голоарктический вид. Встречается повсеместно, кроме крайнего севера и степей. В Северной Америке черная подучка представлена обычными двуполыми популяциями, в то время как на большей части евразийского ареала встречаются триплоидные партеногенетические самки, а самцы крайне редкие или отсутствуют вовсе. Жуки встречаются на Иван-чае, а на Дальнем Востоке и в Северной Америке на винограде и розах, где прогрызают очень характерные сквозные дорожки в листовой пластинке. Встречаются все лето. Откладывают белые продолговатые яйца на кормовые растения. Вылупившиеся личинки уходят в почву, где грызут корни, иногда причиняя заметный вред. Окукливание происходит весной, после зимовки. Жук черный, нередко голени и надкрылья рыжеватые, верх в сероватых или желтоватых волосках. Голова заметно втянута в переднюю спинку. Жуки питаются на листьях и цветах сложноцветных. Почувствовав приближение врага, поджимает ноги и падает с листа, за что и получил одно из названий – подучка.